Чулка. Чулка. Ой, какой грозный. Юра, на ту сторону брось же, но неужели не соображаешь? Юра, на ту сторону, говорю, брось. Ну вон сколько его, смотри, Диана. Не бойся, тебе сидят, не больно. Привет. Привет. Ай, хороший. Ай, красивые такие, ай, какие хорошие. Ау, ау. Так, Янка, выходите. Обычно слегка. Захотели себе такое придумать? Виталь, фотографируй, Александр. Садитесь. Выходи на телефон Дианы, возьми, пожалуйста. Давай, будем начинать ее фотографировать. Гладьте, Диана, вы в парке Львов, Тайган. Сзади вас много львов, видите, какая панорама сзади. Все нормальные люди стоят на мостах. С днём рождения, Диана. Спасибо. Вы сами себе сделали такой подарок. Сегодня день рождения. Захотели ко львам, да? Да. Она меня кусает. Не можно кушать туриста. Давай смотрите, сколько львов собралось, да? Снимай, снимай, снимай. Сзади красиво лев тоже идет. Оу! Оу! Идем ты сюда дальше, Диана. Встаем. Идем ты сюда, не бойся. А там вот здесь, да, и там где-то. Я вот так, ага. Вот так. Садись. Могу опираться полностью? Да, полностью гладь его. Вот сейчас будет порыкивать. Хорошо, я машинку отгоню немножко. Малыш! Бывает. Я больше.
прокатилась на льве немножко. Я больше боялась, что он упадет. Да. Виталь, вот это можно фотографировать, спереди зайди, спереди, Виталь. Куда пошел? Сейчас, сейчас. Филя, Филя, иди сюда, скорее. Иди сюда, Филя, скорее. Это Киля? Киля, Киля, мой хороший. Ай, мой хороший мальчик такой. Стой. Давай. Вау! Вася, я вышел из кадра. Вот так. Ага, пойдем дальше. Дрожит. Очень красиво. Маме покажешь. Мама тебе сделает фото. Олег Алексеевич, это гирда? Да. Как она смотрится? Чип. У нее сегодня день рождения, ребят. Давайте ее поприветствуем. Диана из Санкт-Петербурга. Ей сегодня четверть века, 25 лет. Спасибо. Спасибо, ребята, большое. Спасибо. Ну вот такой оригинальный подарок она захотела себе. Чип, не рычи, а. Сиди, не бойся, ты жертва туристического бизнеса. Чип. А Герде сколько? 8 лет. Она родилась в этом. Олежка в дальнем углу где-то там. Он стерва идет. Злая львица. Скажите, а малыша миленький, вы же не дали имена? По-моему, белым еще не давали, да. Нет, да, он уголовный. Маленький. Сам возьмет. Они не голодные, да? Ну, кто захотел, пришел, видите, покушать. Туристы в течение дня будут окорочками докармливать. Там еще у них площадка для кормления. Не, вы не боитесь? Боюсь, работа такая. Человек деньги заплатил, а мне вот надо идти сюда к львам, отрабатывать деньги. Непростая работа, что делать? Ну, зима придет, кормить надо. Ну, а человеку по кайфу, понимаете? Все нормальные люди, я считаю, на мостах стоят. А мы с вами здесь. А мы с вами здесь, да. Да. Вот так. Ну, зато вот так. Кусочки африканской саванны среди львов. Сюда попасть нетрудно, отсюда выйти тяжело. Но видеть, как если со львами вот так, со знанием дела, то можно делать вот такие вот чудеса. Хотя львы хищные животные, и то, что мы делаем, нельзя повторять. Помните, там есть в правилах написано, прыгать с мостов и гоняться за львами запрещено. Кто за кем будет гоняться? Давай вот с этим молодым сейчас фотографируемся. Иди вот сюда, Виталь, переходи. Они все здесь выращены, да? Да. Хороший, хороший. Хороший. И ты хороший. Становись вот здесь, перед него. Вот здесь, пока. Ага, сейчас, Виталик, сейчас мы выберем как-то. А ну, Виталь, поймай этот кадр. Вот так, одну ее. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. О, мало. Вот так, посади сюда. Вот так. Вот так. Вот кто из них Филя и Витя? Вот Филя, а вон Витя. Неординарное сафари. Я поздравил столько людей с мостом.
вдаль, вот оттуда зайди, вот оттуда, чтобы через него. Да, слушай, что там? А потом в бунгало Белоснов вернете или нет? Там птички. Что сделаем? Ну, у вас где бунгало, а белые львы там были. Они будут вот в этом вольере. Мы убрали братьев-убийц, они уехали в новый запланет. 25 слов в прошлом году отправили, а белые львы будут здесь. Сиди, сиди, сиди. Ты жертва туристического бизнеса, помнишь? Обсмотрел из интернета и думал, что львы хорошие животные. Молодец. Каждый год мы что-то меняем. Там, сейчас там будет уже аллея для паровоза. Там вольеры для мелких будут, хищников, там рыси, такое все. У нас некуда их сажать уже, молодняк всякий. А по аллее будут ездить паровозы. Расширились мы там немножко. А пеликанов в этом году нет, убрали пока, да? Пеликаны есть, пеликанам поставили водоем сейчас, этот самый бассейн. И они будут в новом, к июне месяце уже будут в новом вольере с бассейном. Вот, и лебеди вернутся, мы еще одну экспозицию с озером открываем. Мама Чоли идет. Пойдем к маме Чоли. Чоли! Не бойся. Там будет. Чоли! Ай, Чоли! Стой! У нас есть сейчас и белые львята, и рыжие, и есть от вот этого большого самца чука, и от белой львицы, они такие серые, но очень крупные, хорошие, такой интересной раскраски. Вот. О, смотрите как. Но они здесь вместе не живут, они не общаются, да? Ну вот видите, вон белая львица, вон белая львица, мы сейчас попробуем подойти к ней. Вот. Вообще вот белые альбиносы. Нет, это отдельный вид, это не альбинос. Это отдельный вид. Видел, поймали. Чисто белые альбиносы, даже интересно. Ну, то редко рождаются, видно, а какие-то спросить, там. А можно спросить, наверное, раз времени брали до белого альбиноса? Маме потом выяснится, где они бывают, с мамой или нет? Или ночью они с мамой, днем они на фотографиях их меняют, кормят там. Вот, ну, вам повезло, белого привезли. А ночью они с мамой, да? С мамой, да. Мама, мы их не кормим. Когда мама отказывает, то, конечно, это тяжело кормить их. Мы попробуем подойти к белой львице. Ты как? Ребенок. Ай, хорошая она такая девочка. Ай, ай. Пойдем. Переменчивое настроение. Да. Ну, звезда может себе позволить. Закапывай. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо. Вам. Спасибо. Все вам понравилось.